И только хотел выходить, и она заходит. Меня увидел, сразу начал ругаться. Обвиняемый, понимая, что его действия замечены потерпевшей, напал на нее и задушил. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи провели комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Вину в совершенных преступлениях мужчина признал.